Привет, ноябрь, тоска. У нас последние дни в ноябре плюс 12, плюс 10, плюс 11. Довольно тепло, а с понедельника будет минус 1. В общем, гуляем. Собака в тоске. Вообще настроение тоска. Походим, поснимаем. Кофеек. Растворимый с лимончиком. Непонятная нам привычка пить из лужи. Раньше такого не было. Глория. Ай-яй-яй. Ну, в общем, сыро, серо, не весело. Да, Глория? Кто там? Кто там? Никого там? Ну, пойдем. Ты трыдынь, трыдынь, трыдынь. У нас тут обрезки. Обрезали клен. Все превратили в мульчу. Мульчу использовали по назначению. Понасыпали здесь. Здесь. Та самая мульча. Из тех самых веток клена. Не прочих веток. Вот такая красота. Но самое главное, самое вкусное у нас вот здесь. Те вещи, которые через шредер пропустить не смогли, положили сюда на радость. На! Вот это у нас радость осенняя. 30 тысяч тысяч. Зубы наши. Для того, чтобы это грызть. На, Глория, может это помягче будет? На! Большая ветка нам больше нравится. Ну, вообще, я вам скажу, что по сравнению с городом, конечно, ей здесь больше нравится. Погода так себе. А ветки наши все. Глорь. Там же ветки с иголками. Сейчас проздираешься все десна. Ну, кого это останавливало? Никого. Кстати, мы разгребли компостные кучи, уже начали наполнять заново. А это перерубленные и переработанные листья дуба, сложенные для гниения на следующий сезон. Ну, конечно, она нам везде помогала и нас везде сопровождала. Да, Глоречка? Ну, я же говорю, что осеннее настроение даже на собаку влияет. Скучновато. Ну, в общем, как-то так. Осень, сыро. Ждем первого снега. Глорь, морду повернись, а не попой. Глорь. Нифига. Глоречка. Чего себе сладкий. Все. Ждем зимы.